Добровольская Яна, 18 лет, Тюмень. Кружко. Она Добровольская. Николаевская Евгения. Анастасия. Что в окрестностях Марса где-то я искал тебя по всей вселенной меж. Добровольская. Николаевская Евгения. Меня зовут Добровольская Яна. Я представляю город Тюмень. Одним из самых ярких событий в моей жизни было выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Я люблю Россию, и каждый раз, вспоминая то чувство гордости за свою страну, у меня бегут мурашки. А вопрос такой. В научной фантастике описывают много самых разных вещей. От телепортации до космолетов. Что из этого списка вам не терпится увидеть в наше время? И почему? Добрый вечер, уважаемая жюри. Добрый вечер, зал. Я очень рада здесь вас видеть. И... я очень люблю летать, люблю путешествовать, люблю видеть нашу красивую страну, видеть нашу планету, наш мир. И, конечно, я бы хотела увидеть космолет, потому что он дает возможность увидеть все галактики, путешествовать по Вселенной, и я думаю, это прекрасно. Спасибо. Мы думаем так же. Спасибо огромное, вы аплодируете нашей красавице. Следующий я под... Мисс Россия 2016 становится Добровольская Яна. Яна Добровольская, Мисс Россия 2016. Ваши аплодисменты, наши поздравления, вот она. 2016! Королевский знак отличия, призы и подарки от наших друзей и партнеров и, конечно же, символ королевской власти, корона, Мисс Россия! Наша победительница, самая красивая девушка отчизны, Яна Добровольская. Салют в честь победительницы, салют в честь всех красавиц, которые этим вечером вышли на эту сцену. Боже, и мы искупались в лучах ее славы. Спасибо вам за этот чудесный вечер, за ваши аплодисменты, горящие глаза. Спасибо, Максим, тебе. Спасибо, за то, что Наташа. Сегодня ты был рядом со первое мной. Первое интервью в жизни в новом статусе Мисс России, в статусе королевы. Что вы чувствуете, Яна? Я счастлива. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо в ответ вам от нашей прекрасной публики для красивой фотографии сегодняшнего вечера. Я прошу, папарацци, доставайте телефоны. У тебя есть возможность, иди хоть сфотографируйся. Я с победительницей, это значит, с обложки не вырежут. Я понимаю тебя. На этом вечере... многоуважаемое жюри, за то, что они нам подарили. Мы можем оконченным, но не завершенным, как сказал Максим Привалов, автопати еще впереди. С
Церемония закрывается. До встречи в 2017 году. Спасибо огромное, вы великолепная публика. Надеюсь, что ровно через год на этом же месте мы встретимся в том же составе. А может быть, нас будет больше. До новых встреч! Ну что, на автопати! Мисс Россия 2017!